В горах на севере Пакистана лавина сошла на кочевое племя. Несколько семей оказались в снежной ловушке. Сообщается об 11 погибших. Еще 13 человек пострадали. Наши люди погибли в происшествии на вершине Шоунтер. Перевал Шоунтер находится на высоте 4420 метров над уровнем моря. Связывает район Астор в регионе Гилгит-Балтистан с соседней Кашмирской долиной. Поисково-спасательную операцию затруднили суровые погодные условия. Спасателям было сложно добраться до места происшествия. Однако тела погибших уже нашли. Пострадавших доставили в местную больницу, и они в критическом состоянии. Среди них есть ребенок. Летом пакистанские кочевники традиционно гонят стада коз с равнин Пенджаба на высокие луга Кашмирской долины, а затем в соседний Гилгит-Балтистан через перевал Шоунтер. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.